Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения Инумера Пленник Судьбы, первая глава, которая вышла только лишь вчера. Вторая, видимо, будущее будет, позже. Но все равно интересно посмотреть хотя бы первую, когда там все закончится. Ой, зачем, что там происходить будет? А погоди, мы здесь были? А, ну да. Там какая-то дверь, в общем-то, есть еще. С той стороне. С той сторона. Это что ли? По-моему, это. Уже запутался. Хотя, по-моему, не было там уж никакой двери. Это пока, в общем, закрыто, там не работает. А здесь мы, по-моему, все исследовали. Слава богу, там все безопасно. Эта дверь пока закрыта. Ну да, так. Проверим сейчас ее. Мне кажется, она будет закрыта явно. Мне кажется, она будет идти наверх. Не подается, не открывается. Как бы сказал главный герой, как его звали, это игры... Клоктуху Dark of F Corners. В общем, да, так и думал, что нам придется идти наверх по помещению. Иного выбора нету. Что нас там ожидает, ни хрена непонятно. О, она дверь бы. Я на всякий случай оборона. Обороня своим мечиком. Я вооружен, опасен, говорится, все. Кто подойдет, тому крышка. Ой, пугает-то. Мои что-то такое. Генераторы. Так, красный огонек это заблокирован, значит, да? Так, в общем, берем коробку и все равно обороняемся. Эта группа так шумит, я уж боюсь это. А, место знакомое, кажется, да? Похоже, комната была в некрологе, помнится. Так, ну что, какая дверь закрыта на всякий случай. Это правило всех игр Пиномбера и всех, в общем-то, игр Амнезии, всех игр Frictional Games. Закрывай. Ага, чего-то не хватает. Где мне искать от чего-то? Так, помню, я везде был, ничего не находил. А, рычаг не хватает, а где мне его взять? Интересно. И фонарик даже нету. И чего? Блин, пароль какой-то. А, да, сломанный вижу. Пожалуйста. Значит, это я что-то пропустил, наверное, да? 100%. Там эти пиявки лазят. Значит, это я что-то пропустил, какой-то рычаг. Да, или что-то еще. Что-то пропустил. Невнимательный оказался. Я все понял. Сейчас. Нужно выключить свет, тогда не будет, в общем-то, искрить. Тогда он возьмет этот рычаг. Да, вот он. О, все ясно. А это, думаю. Просто лежит, в общем-то, он не хочет трогать, потому что... Это боль принесет. Так мне не нравится, что это откроется. Думаю, там что-то делаем-то. Так, дай-ка закроем дверь пока. Негласное правило амнезии. Всех игр Frictional Games. Даже если это фанаты наши делали. Твою мать. Не пугай меня так, а. Что вообще включилось? Электричество повсюду, что ли? Какой-то огонек. Что? Значит, идти надо дальше в другую сторону. Блин, я боюсь уже идти. Дверь открылась. Значит, нам сюда надо идти? А там что, нам больше ничего не исследовать? А тут дверь там открыть, видимо, нельзя? Ну ладно. Рычаг мы с псом нашли. Так, мы закроем дверь.
Может, туда мы попадем? Черт его знает. Эта дверь, вот и после второй пенумбри такой момент был, когда дверь была очень закрыта доска, закрыта досками, забита досками, но потом из нее. Так, возьму-ка я оружие. Мое это. Мой коробок спичек. Блин, не пролезет. А, она не пролезет, да? А, не пролезет. Какой-то. А, это система какая-то это. Такая, к этому диза. Здесь, в общем, да. Как забыть слово это. Когда. К этому. Раз это. Дезинфекация. В общем, что-то такое система такая. Откуда бы уже был уже какой-то игре-то. А, Resident Evil 2 ремейки там. В Артуре Umbrella там такая штука была, на комнате. Перед тем, как попадали в комнату, где мы нажимали на эти противоядия за Клэр, когда играли, и... Чего? Что-то не работает. Ё-моё, это пугает. Я думаю, что сохранение сейчас что-нибудь вырвется уже, что-то заключил, потому что сейчас монстр какой-нибудь появится. Мне не нравится место. Я шублю, конечно, зря. А, ясненько. Ой, не ломайся, коробка. Это моя единственная защита, это мое оружие. Это мой спаситель. Что за там за хрень? Это что за? Они в стенах, они повсюду. Что это значит, они все повсюду дают? А чем он? Какая-то гадость. Хм. Напомнило то, пройдя они стены повсюду. Что это вообще такое? Я не понимаю. А, не скрывается. Какая-то гадость напоминает что-то стенам сумму-то. Закройся, пожалуйста. Чего? Так. Так, какие-то коробки. Компьютер. Стульчик уберись. Видите, чтобы это ничего интересного. Еще коробки есть. Так, у вас это почти без фонарика, видимо, да? Ну. Так, что-то еще есть. А, я давненько не встречал своих четвероногих приятелей. Ну, не надо, не напоминай, пожалуйста, от них. Хотя мы, наверное, может быть, с третьим. Черт узнает. Может быть, в этой главе, может, второй. Я выдам линия. Главный технолог сектора. И данную секцию станции на временное хранение будет перевезен на особо важный предмет. Указанием древних предмет должен быть помещен в комнату с кодовым замком. Код доступа будет вручен вам лично во время передачи контейнера с предметом. Внимание! Запрещаются любые попытки открыть контейнер. В противном случае нарушитель будет отстранен от должности и подвергнется особым процедурам древних. Джон Рассел возвышенный. Какой-то контейнер. Отчет состояния станции. Так, критическое комплексное состояние критическое. Перевозка недоступна. Шансы на выживание 0,98%. Поддержка жизнедеятельности 46%, обслуживание ограничено, транспорт отключен, связь только внутренняя, защита отключена, трубопровод 100%. Дальнейшая информация недоступна. Ясно. 0,98% на выживание, это очень плохо. Это очень-очень плохо, режим. Нам пиздец, нам всяк, нам пизда. Я говорю тебе. Знаю, что знаю то, что с ним случится. Так я зла, а это все-таки до истоков зла. Куда еще можно идти? Блин. Люди еще и комнаты.
Тут дверь закрыл. Сейчас я найду оружие. Вот этим буду бить. И вот этим. У меня, в общем-то, оружие что есть. Сейчас найду. Сейчас. Сейчас я вам устрою взбучку. Какого фига? Дверь закрывается. Кто там? Ага. Твою мать. Это что там такое? Мне что-то скрывало туда идти. Дай-ка закрою. Я не хочу туда идти. Мне там не нравится, я не пойду. Здесь напряжено все-таки. А куда мы еще не ходили? Сюда? Я там был? Ему еще там повсюду-то. Шатковато. Там дверь открыта. И там темно. А почему у нас фонарика-то нету, ё-моё? Как-то напряжно, да, без фонарика ходить. Жутко как-то. Что, кто-то удерживает? А кто там удерживает-то? Закрыто, кто-то удерживает дверь с другой стороны. Что-то, наверное, не кто-то. Просто закопан-то она сзади. С той стороны. Блин, как-то жутковато там. Твою мать. Ничего не напоминает. Очищающий огонь. Ты уверен? О! А как мне до сохранялки добраться? А. Хотя бы здесь нам еще остается другое помещение сходить. Мы ожидаем чего угодно. Давай сохранимся. Обожаю эти, в общем, светильники они. А, носят успокоение. Да? Расслабляют. Очищающий огонь. Ну хотя. Ходи-ка, мы проходили-то. Мы все это обходили, да? Там ничего нету с той стороны. Бегать мы не будем. Там она закрыта с другой стороны. Здесь, по-моему, ничего не находили, да? Ну, пока особо там ничего не надо. Никаких голым решать и... Ходи-ка. Какие-то платы. Слишком сильно, да? Умим. Но мы там уже были. Я дверь закрывал, интересно, или нет? Или просто о, капает. Это вода капает. Так, я возьму свое оружие. Мощное массовое оружие массового поражения. Ой, бляха-муха, я нифига и шумлю, да? Нифига я шумлю, да? А. Чего? Жнец где-то рядом. А, это червяк, что ли, где-то поблизости? Хотя оружие такое, конечно, не спасет, у нас нет ничего. Сейчас вылезет, что ли? О, хера. Бежать надо, да? Твою мать, куда бежать-то? Или он просто появился, решил нам по это. Немножко нас. Мари, какая-то дверь мерцает. Напугать, да? Он, в общем, даст напугать решил. И ты расслабился, Кать? Никого здесь нету, да?
Нет, есть. Это башня. Нет, не работает, да? Значит, туда идти надо. Что за помещение какое-то? Какой-то высовет-то. Куда мы попали-то? А где-то была вот дверка. Вижу. Но я с собой возьму этот, в общем, если не буду ходить, таскаться, у меня такое мощное оружие мое. Хотя, конечно, мешать на работе в случае, если вдруг понадобится. Ой, ладно, не буду это. Погоди, мы... О! А, все. Как бы все, туда не вернемся, ладно. Мне не нравится этот коридор. Нет. Блях, мух ты. Е-мое, твою мать. Ох, я думаю, паук сейчас под него при... Это галлюцинация снова, зараза. Может, это и червя галлюцинация? А может, и нет. Нет, конечно, мне, конечно, реально было. Здесь черт его знает, я не могу понять. Дуреть. Карим, как второй пин, блин. Но я что-то даже не ждал, забыл про это. Ну, что это настоящее? Здесь непонятно вообще, что он, где настоящий, что настоящий. Как в Dead Space, в общем-то. Сейчас похожая ситуация. Внимание! Я сделал резкое движение, побежал. Физическая активность? Ну это вообще-то червяк. Вы что, это вообще что ли там? Это червяк. Физическая активность создает. Жнец, как чему-то назвал рыжий. О, блин, да нафиг-то. О! А почему... Вот что это. Так, нет, я понял, что это. Это та дверь, в общем, тот проход, который мы с той стороны, в общем, находились. Да, мы обошли все это. Какой там проход еще дальше? Я пока туда не пойду. Никого нету? Не подается. Бедняги рыжи мне открыть все это голыми руками. Нужен заката. Чем другим ломиком или чем-то еще отодвинуть. Наверное, все-таки это потом мы это, в общем-то, все это. Это записка, что ли? А, ух ты! Это записка. Погоди-ка. Заклинило. Понятно. Ну и слава богу, что заклинило. Давай возьмем записку. Ух ты. Море, как интересно. Журнал инвентаризации. Лист 123 номер. Так, дата 27.8.95. Заполненный Род Смит. Лопата, закрепленная в острие 20 см. Д-образная рукоятка. Баллон с пропаном 15 кг. Каска защитная красная. Ты что там зачокнуто? Две штуки количество. А там, в общем, в общем, а другие приметы тоже, в общем-то, зачеркнутое такое, в общем, количество их. Че, все, мы забираем. Так, что это такое, значит, находки? А, ну да, журнал инвентаризация. Здесь, в общем, количество не указано, знак вопроса. Здесь два. Только чего это два, непонятно. И ясно. Получается. Мысли рыжего пока никаких нету. Чему думать-то пока? Пока непонятно вообще, да, что происходит. Так, это нас не подается. Мы оттуда пришли, да? О! Пароли. Блин, погоди, надо выйти. Ой, назад, как вообще назад? У меня убраться. О! Ё-моё, этот свет, он манит меня, я должен прикоснуться к нему. Именно это межкарты факта этой сферы, из такой же, в общем-то, свет был в амнезии.
Внимание, так не смотрю на него. Пароль у нас нету, явно какого. Где-то брать надо. Так, а что такое? Не работает? Это лампа яркая. Для чего это устройство я нам? Неужели паролем сейчас увидим этого? От этой двери маленькое помещение какое-нибудь интересно. Или кого-то еще увидим там вдалеке. Нас напугает. Чтобы выйти. Так. Это мы должны увидеть. О, паучок. Парик, кто-то кого-то там сожрали. 100%. Так, и что еще здесь? Где-то можешь пароль есть. Приблизить можно. А, это выходить, что ли, из этого? Из-за режима. Нет, давай еще, давай посмотрим. Ну, что-то, наверное, все-таки увидеть надо. Вот еще. Так. Две лопаты. Может быть, два баллона, может, и... Еще там. А может, это есть какой-то пароль какой-нибудь на это и написан. Их непонятно, хотя. Зачем записка, может, какой-нибудь пароль, не знаю. Так. Ищем находки там. Ну. Бери КБ. Лопата, вот. Баллон с пропаном. Там, по-моему, две штуки тоже было. Краска защитная красная. Потому что нам больше некуда идти-то. Может, наверное, дверь как-то открыть нужно. Помнится, видел две лопаты и два баллона с пропаном. 100%. Каска... А, каски это у нас раз, два, три, четыре. Четыре каски. Вот, четыре каски. Не больше баллонов, на самом деле-то. Лопата, потому что вот лопата. Вон две лопаты. Вот эти два баллона, получается. Или три, на самом деле. Вот это еще третий считается. Хотя, нет, гораздо их шестеро на самом деле-то. Семеро. Может быть, это как раз есть какой-нибудь пароль? Интересно. А может, только необычный способ. Может быть. Семеро пропало баллонов. Так, выйти. Посмотрим, попробуем-ка. Может быть, это есть такая необычная загадка нашими этими мельцами придумана. Так. Где у нас этот книжка там? Лопаты. Это 2, баллонов 7, 2, и еще каски 4, по-моему. Это, то есть получается 2, 7, 2, 4. А пароль-то может быть такой. Вдруг вот. Проверим. А, мою догадку 2. 7. 2. И. Нет. Или здесь несколько цифр на самом деле-то. Интересно. Шутка. Не очень понятно, что это имеется в виду. Ничего другого-то нету. Записку-то нам довольно дали не просто так. Здесь-то больше нечего исследовать. Это не открывается надо. Это нам, допустим-то, как-то попасть сюда по-другому. А, там артефакт прям вот что-то. Звук от него-то. Заклинило. И может там еще что-то не заметил. Погоди-ка. Посмотрим. Так, мы сейчас назад вернемся, если. Куда мы еще не ходили? Так, это. А, мы оттуда пришли вообще-то. Дым, это кровать-то. Ну да, мы сюда ходили. Куда мы уходили? Да, или чего, конечно, там это было. Туда, оттуда, как раз мы пришли. Там дверь закрыта. Какой-то пароль надо найти. От этой двери. Так.
Так, находки, журнал инвентаризации. Падение, может? Да вряд ли, хотя так. Пароли такие. Что-то другое явно. Здесь на самом деле 3 цифры. И 5 цифр. Так, это не работает. Так. Что, здесь еще что-то есть? Никакой больше записки нету. О. Если попробовать кинуть туда. Ой, не знаю, что кинуть. Куда? Улетай. Блин, ты не... Понятно. Высоковато. Так. Смотрим ее не просто так. Что ж там все-таки? Раз, два, три, четыре. Сказки. Баллон это считается, интересно. Приблизить бы можно, было бы что ли. Прям приблизить-то нельзя. Раз, два. Там что-то еще. И лопаты. Раз, два. Ну, три. И это не считается. Три, пять, шесть. Видимо, еще там. Чего-то мы это все видим. О! Чего-чего? Я краем глаз заметил летающую эту херню там. Там это летающая, это летает. А, да, не крают этого и некроморф. Враг, в общем-то, из... Который был, помнится, до технической демки. Встречался. Он, также он был в некрологе еще добавлен. Да, но... Так. Заметил бы краем глаза. Погоди-ка. А если наоборот попробовать? 4. В общем, да, получается 4 каски. 4, 2, 7, 2. Для чего-то все-таки нам это дали? Потому что это есть пароль. Хотя, конечно. Ну да, каска защитная, красная, 4. Баллон с пропаном. Потому что их, наверное, на деле меньше. Там, лопат там, получается, это 2 лопаты. 4, 2. А этих баллонов с пропаном, потому что там не все они такие одинаковые, может, там, на самом деле, разные. Вот это что за баллон, непонятно. Может, вот это два баллона. И вот это, на самом деле, пропан. 3. 4. Может, эти 4 баллона, на самом деле. На самом деле, да. Лопата здесь. Здесь 4 каски. А здесь баллон с пропаном. Вот. 4 тоже. За 2, 4, 2, 4. Хотя, наверное, это пароль. Для чего тогда смотреть надо, это интересно. Не прожито. Не ясно. Ясно, что-то. Да вряд ли, наверное, какой-то. Я не знаю, что такое вообще здесь. Здесь какой-нибудь Enter есть. Здесь даже больше может цифр возить. Непонятно, что это за устройство. Как мне туда получить доступ? Это я не соображу никак. А, открывается -то. Блин, у нас пароля никакого нету. Так. Надо сделать все-таки тем это. Заклинило.
не работает. Так, а, там никого нет. Так, а мы здесь были. Там нигде пароль никакого нету. Только на записка, которая... Значит, записка-то неспроста, значит, думаю, дается-то. Может, это и есть пароль какой-то. Блин, вообще остается-то. Ничего больше нету. Компьютер нужен. Так, давай, включайся. Так, 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 так. Да. Ничегошки больше нету. Да нет, вряд ли, думаю. Все-таки на... Да. Не зря попадали. С тобой тоже ничего нету, не приходит. Чего? А что это дверь? Погоди-ка, мы сейчас это... И... Камера есть. Это мы не можем. Медь не открывается. Оттуда, может, наверное, мы оттуда пришли. Всего лишь. Вернуться-то мы назад не можем. Хотите что-то узнать, может быть, и не оттуда. И просто эта дверь не сблокирована, недоступна. С этим паролем, вот я не... Что-то не... что-то не так, как будто... Так, у нас сюда, в общем-то, мы назад можем вернуться, интересно. Хотя, мне кажется, нам не надо вообще, нам. Вот здесь зачем? Может быть, на самом деле... Ага, мы хотим... Довольно, конечно, абсурдно, может быть, идеи, но... Так, а не туда. Так, где, в общем-то, это был-то? Нет, мы не здесь не были. Если на самом деле там 5 цифр или больше. Пятизначный пароль. Да. 2, 4. Там еще 3 и 1. А те вряд ли. Или 3 на самом деле. На самом деле, может быть, да. 2, 4, 2, 3. Ой, не 2, 3, 2, 4. Я думаю, вообще. Да непонятно, что это такое надо делать. Да нет, здесь на самом деле непонятно вообще. Как это нужно делать, что это вообще? Работает вообще? Да и бесконечно цифру можно вводить это. Непонятно, как это вообще работает. Чем это? Я не понимаю, как этой штуковиной пользоваться. Она доступна? Я что-то не то делаю, что ли? Жажда не ясно. А где это был проход-то? Идти сюда или сюда? Как нам этот пароль открыть? Какой пароль, куда дальше? Или там еще какие-то двери. Для чего мне это надо? Спокойно наблюдать-то. Правда, че? Что-то я не могу понять, что там. Паучки я вижу, паучков. Летающую туха я не видел.
Раз, два, три баллона. Четвертый там. Учкин там, да, у нас они тут чего-то. Баллоны. Ну, еще какой-то баллон. Три каски, четыре каски. Вот здесь пароль должен был быть написан. И туда, не туда смотрю. Да, блин. Чё там такое? Такой... приблизить-то как-то и можно, там, не знаю, отдалить... Там что-то, правда, написано где-то. Не ясно. И нет ничего здесь такого особо-то. Ну, каски-то идет. Ай, черт, е-мое. Дерен, что же такое-то? А что там такое висит? Она так там размыта, не видно. Блин, ну для чего это все? Могу понять. Пароль вашим. Это пароль или что вообще? Камеры эти. Как же не попасть? И где здесь пароль может быть? Что я мог не попасть? Я мог? Здесь, ну, куча цифр водится. Лодочка-то тут. Да, сразу нажимаешь это. Да. Я не знаю, что дальше делать. Меня грыжу, у меня открыть. Что нам дальше, то куда дальше перейти? Как возвращаться можно? Это заклинило, то есть понятно. Я не вижу ничего больше. Это заколочено. Это тоже заколочено. Где еще там может быть? Ничего нету. А это мы вернуться можем? Да не-ка, я здесь просто бегу, по-моему. А, паучок. Что такое? А, ну это вряд ли. Что мы тут делать такое, да? Он что-то преграждает там что-то. Блин, фонарик-то нету. Дверь закрыта. Да не вернуться. Погодите. Вот. Где же это? Вернуться через тот проход. Где у нас там проход? Дверь-то. А если на уже попробую вернуться, где мы там проходили-то? Я что-то уже запомнил. Нет, не отсюда. А, попробовать назад вернуться. Работает дверь. Ты тут. Все? Блин, тебе? Не работает.
Нет, нет, нет. Все же. Ясно. Так, а если мы вернемся... Где мы вообще были? Наверное... Открывается... вот та штуковина, которая... погоди, так, по-моему, как раз мы... Наружу попадали это тут. Там еще что-то было, может? Может, я там пропустил что-то? Что ли? Может быть. Коробки эти. Давай, давай. Там что с ними нету? Любить он может? Блин. Все, застряли мы. Двигайся, да что? Дери. Ничего нету. Прыгать можете. Прыгать. Двигать может, отлично. Там что-то пропустил. Ты что-то не заметил. Да, назад, назад там мы не вернемся. Значит, ты тут, тут другое место нет. Где-ка что-то. Коробка. Какого пароля нету, что ли? Пароля. Вообще никаких вещей даже нету. Хотя оттуда что-то по вообще. Мы здесь уже были. Очищающий огонь. Бочки, бочки перекатывая. Тяжело как-то, что-то мне там такое содержит. У меня вообще, посмотрите, ничего нету. Мне даже сохранение это пораньше есть. Ваше там что-то пропустил. Перезапустить попробовать. Это уж что-то я не могу понять, что делать дальше-то. Что я не то делаю-то? Я же все, по-моему, здесь облазил. Там какой-то пароль. О, так. Тихо. Такой-то пароль там какой тут. Непонятно даже, какой пароль вводить-то. Как он сейчас это работает там. Да, у нас никаких подручных средств нету, ничего такого, чтобы можно было. Может, что-то и не так. Оп. Не открывается. И может, не работаешь такое, да? Что-то непонятно. Так, ну-ка. Она еще работает. Такое. Мысли режу. А у него уже больше нет мысли. А насчет этого-то? Так. Находки. Погоди, почему помечено так я просто вот цифра 2. Точка. А что это может быть? Каска, защитный баллон с пропаном, лопата, заглубленное острие 20 метров, D-образная рукоятка. Как он вообще надо активировать пароль этот? Вот я не понимаю. Пойди-ка. О! А чё это? Какие-то... Я думаю, я помню, ты не смотрел на что-то. Ну чё-то нельзя, тех нельзя вообще. Да. Это открывается только. Что интересно там нету? Внизу.
Только она как-то обзор, в общем, главзоры там не очень новенькие. Три, четыре получается эти каски-то. Баллон с пропаном, может быть, это на самом деле-то, не знаю, все, может, они. А, вон еще один, кажется, может, красный. А желтый не считается, он красный еще, кажется, упаковка. Две лопаты. Одинаковые, нет. Может, они не одинаковые. А, там третья лопата, ё-моё, я только сейчас заметил. Третья там лопата еще есть. Та же самая. Может, они правильно просто... А-а-а, там, где вот еще баллон этот. Вот лопат там еще. Три лопаты там. Может, а даже больше. Три лопаты, да, вот. Четыре каски. Баллон, может, красный считается, наверное. Четыре каски. Раз, два, три, четыре. Может, пять баллонов. Три лопаты, четыре каски, пять баллонов. Я только сейчас заметил. Так, давай-ка посмотрим еще раз. Там у нас поэтому. Три каски. Так, два. Три лопаты и пять баллонов, может быть. Ну, можете как-то... Хотя не знаю, все ли там баллон считаются пропаном-то. Может, там и семь их на самом деле. Три лопаты. Вот. Пробуем. Конечно, не знаю, это попробуем проверить. В общем, вначале там лопаты получается, да? Может, так в порядке. Три лопаты, пять баллонов. Три, в общем, пять, два и четыре. Да нифига, не, даже непонятно как... О? Не то? Три, семь, два, четыре. О! Теперь все ясно. 3, 7, 2, 4. То есть там нужно было все баллоны считать. Там всего было 5 баллонов с красной, точнее даже на не 5 было. В общем, там 7 баллонов было. На самом деле всего баллонов было. Там всего баллонов было 7. 3 лопаты. Да, в общем, понятно. Пароль был 3, 7, 2, 4. 3 лопаты, 7 баллонов. 2, в общем-то, это красот. В документе там цифра была отмечена. И 4 каски. Вот, в общем, такой пароль получается. Все ясно теперь. Первый, понятно. Паролем для этой прокрытия этой комнаты был, в общем-то, записки этой вот. Получается, вот этот, чтобы было смотреть. Чтобы было посмотреть, сколько всего лопата, сколько баллонов пропаном и каск. Это, в общем, два цифры у нас уже имеются. А это мы как раз сходили вот сюда, получается. Я теперь понял. Смотрели через это устройство. Читали все вот эти лопаты и остальные там, где... Лопат получается раз, два, третья вот она. И две вот эти вот три лопаты. Баллонов всего семь. Раз, два. Получается. Потом третий баллон. А четвертый, пятый, шестой. И седьмой там в углу. И четыре каски. Раз, два, три, четыре. Вот, еще два цифры. Получается вот. И в общем по порядку как там не расположен. Так вот нужно цифры вводить. Вот так вот. Все. Все понял. То есть три лопаты, три цифры, баллон. Семь. Семь. Два цифры. И каски четыре. 4. Получается 3, 7, 2, 4. Все. 2. А, она закрылась. А, не закрывается просто. Ух, какой артефакт. Так, а мы, может, сохранимся перед этим, как с артефактом взаимодействует-то? Фига себе, что-то сейчас происходило-то. Тут куча крови, компьютер разбор. Это, может, мы сейчас узнаем, может, мы тем самым узнаем. Наверное, этот артефакт, мне кажется, тот же самый артефакт, что и был в общем, в... 11 хранится-то можно. В... В общем, игре это в Сумерки древних, что ли, по-моему, был, или даже. По-моему, он был даже в некрологе еще. Артугу артефакт, который, в общем-то, мы мог переместить. Мог нас перемещать в прошлое. Да, точно. Так что мы сейчас сохранимся. Уже с этого момента. В общем, мы увидимся в третьей серии, где продолжим проходить Пенумбра Линк судьбы. Если видео понравится, поставьте лайк. Также оставляйте свои комментарии, только лишь конструктивная критика без мат оскорблений. На этом все. С вами был Михаил Дрик, зритель и подписчики моего канала. Всем удачи, до скорой встречи и всем пока. До скорой встречи.